So, the very first hour of Saturday morning, December 19th. And this last evening, I have been writing some words on a page with the intention of recording an audio interpretation of these words. So I will begin now reading this collection of words entitled These Walls of Mine. Start. There are many doors that cause these wars, and opening the right
combination of doors at any given point in time is practically impossible. Practically impossible.
Вот неказистая усталость листьев. Вот их зеленый влажный трубчатый покой. На белом подоконнике я рукой могу потрогать толстую зеленость. Могу потрогать нишу, шорох глиняный горшка. Можно потрогать давняя веселость, как стеклянная бусинка красная. Рубиновый, забвенье и былое. Надежды и тоска — это зеленые. День серый, он забыл голубое. Усталая знакомая рука повисла. Предметы жизни, настроение, цвет разнообразные помнящие. Предметы близки, а предметы помнящие, потому как близки. Кончается вечер, наш праздник серый. Толще воскресенье, очень резкие тени, тени так резки. Я снова думаю по-другому, по-другому как-то думаю. Снова по-другому думается снова. Я который раз меняю жизни, я встречаю час. Потом еще один встречаю, еще один. Новый. Восторженная рябь времени. Время, восторженная рябь. Восторженная рябь времени. Thank you.